Итак, продолжаем серию уроков по кошельку Payeer, и сейчас мы рассмотрим обменник Payeer. Значит, если у вас есть желание обменять деньги, которые у вас лежат на Payeer кошельке, Яндекс.Деньгах или OkPay, то вы можете воспользоваться обменником Payeer. Куда же мы можем перевести с этих платежных систем деньги? А именно, на Payeer, на OkPay, на Paxum, если я правильно называю, на Kiwi, на Яндекс.Деньги, РБК Money. И вот этот вот терминальный штук. Так, Билайн на мобильный телефон. Билайн, Мегафон, МТС по России. Российские банки. Виза, Мастеркард, Маэстро. Наличные деньги. Контакт по России. Юнистрим по России. Мировые банки. Свифт. Свифт перевод можете сделать. Так, СиПей. Виза, доллар, евро. Мастеркард, доллар, евро. Российские банки, Сбербанк, Альфа-банк, Телебанк, Российский стандарт, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Газпромбанк, МТС-банк, Связной банк, ТКС-банк, МДМ-банк, Авангард-банк и Россельхозбанк. Акции и скидки. В нашей системе действует плавающий курс. Проверяйте каждый день. Иногда вы можете встретить обмены в вашем направлении со скидкой 50 или даже 100%. Вот так вот. Итак, как же происходит сам обмен? Допустим, вы хотите с OkPay перевести деньги на Kiwi. Вот выбираем здесь OkPay, здесь выбираем Kiwi. Пишем, какую сумму вы хотите перевести. Допустим, выбираем 100 долларов и хотим получить тоже в долларах. Так, в долларах на Kiwi не получится. Нам сразу ограничивают нас. Куда мы можем перевести доллары? На карточку можем вывести. Payeer, OkPay и Paxum. Рубли мы можем перевести, понятно, да, практически везде, не практически, а везде. Евро тоже вот нас ограничивает. Payeer, OkPay и еще несколько систем. Так, ну допустим, мы хотим перевести рубли. Вот мы пишем тут, какое количество долларов, или допустим, выбираем рубли или евро, это вы уже как вам надо делаете. И нам пишется сумма, которую мы получим. На Kiwi, если будем выводить, на OkPay, допустим, это будет другая сумма. То есть вот мы смотрим. Все тут нам прописывает, допустим, да, вот Kiwi. Что дальше делаем? Вот данных. Отдаю OkPay, пишется вам, да, вот вы выбрали. Получаю Kiwi и сумма. OkPay доллары, Kiwi рубли. Все тут прописано. Здесь вы пишете номер телефона, потому что Kiwi у нас привязан к телефону. Код с картинки, и я согласен, и обменять. Вот и вся процедура, которая понадобится для перевода денег с одной платежной системы на другую. В следующем видео я расскажу, что можно оплатить через Payeer кошелек. А с вами на связи была Виктория Катаченко. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И встретимся на YouTube. Пока-пока!